Со следующего года ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты увеличатся на 20%. Дума уже поддержала этот законопроект. Пугает ли предстоящее повышение цен жителей областного центра, мы решили узнать у горожан. Вот сейчас акциз, да, повышают на 20%, и как к этому относитесь? Я к этому плохо отношусь. Крайне плохо, крайне недоволен этим обстоятельством. Я не курю и никому не советую. Довольно-таки неплохо, потому что люди, может быть, перестанут курить, им будет жалко столько денег тратить на эту вредную привычку. А вы сами не курите? То курю, то не курю. Ну, хотели бы вы бросить, возможно, вам это как-то поспособствует. Да, да. Мне это безразлично. Повышают, мне все равно. Я не курю, так что... Я не курю, сигарет. Так мне все равно. Слушайте, у нас никто не курит в Мурманске, как послушаешь. Ну, а друзья ваши, как думаете, будут курить, продолжать? Конечно, будут. То есть какая бы цена ни была, да? Конечно. Ну, будут, без акциза будут сигареты будут покупать. То есть это как с алкоголем, да, если запрещают? Ну, конечно. Сейчас же, что, после 11 не продают алкоголь, А продают и у таксистов, и кто хочет, и домой привезут.